Всем добрый день. Продолжим разбирать наши quality espresso. Я предварительно послабил все гайки на трубках, чтобы сейчас не заморачиваться, не срывать. Вот. Сейчас покажу, что мы будем конкретно откручивать, чтобы снять бойлер. Нам надо открутить, ну, по сути, все трубки с бойлера нам надо открутить. Это у нас паровой кран левый. Это у нас подача воды, теплообменник. Это теплообменный стакан в группу. Аварийный клапан мы трогать пока что не будем. Я смотрю, что он кто-то его до меня уже откручивал. Я его не трогал. Вот, в общем, открутим все трубки, получается, чтобы освободить бойлер. Я предварительно открутил вот теплообменных стаканов, получается, вот гайки внизу, и одну, и вторую видно. Я их тоже открутил, чтобы снять бойлер. И позже еще покажу, как открутить тен, что там надо поснимать. В общем, начнем. Забыл освободить бойлер от воды. Ничего страшного. Ну, тен, можно сказать, вполне в приличном состоянии. Значит, в бойлере особо грязного ничего не должно быть. Бойлер сдвигаем на левую сторону. Все, бойлер сняли. Дальше будем его мыть, чистить, декальцинировать. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч.